Привет, я Иван Доронин, чемпион России, призер чемпионата Европы по кайт-рейсу. Я хочу вам рассказать об одном из самых лучших в мире гидрофойлов. Это гидрофойл... Ваня, это не тот фойл. Ой, ошибка, извините. Так вот, друзья, это гидрофойл Z. Его делают в Эстонии компания The Fins. В течение полутора лет мы тестируем этот гидрофойл. Он уже претерпел ряд модификаций. И сейчас он выглядит вот так. Это один из последних прототипов. Через два месяца мы надеемся получить уже серийные гидрофойлы, которые можно будет приобрести. Что можно сказать об этом гидрофойле? Первое. Он изготовлен из Ultra High Model Prepreg Carbon. Этот карбон в 5 раз жестче, чем обычный карбон. Это очень важно для гонок, для стабильного катания, в сильный ветер, в волну и, ну, то есть в разные совершенно условия. У него очень высокое качество. Мы не стали делать компромиссов, мы решили, пускай мы будем тестировать дольше времени, больше, и не будем экономить на материалах, не будем экономить на времени. Это заняло достаточно много времени, но сейчас мы надеемся, что будем горды этим гидрофойлом. У него как бы финальная его обработка впечатляет. То есть, когда вы его приобретете, вам не нужно там что-то шкурить, где-то что-то как-то там подначивать и так далее. То есть вы взяли, поставили его в доску и поехали кататься, соревноваться и тренироваться. И несмотря на то, что этот гидрофойл сделан для рейса, имеет самые высокие показатели, также на нем можно кататься и новичкам, именно в гидрофойле. Так как он очень стабильный. Я тестировал в различные условия, тестирую уже полгода в разных условиях. Сильный ветер, слабые ветра, волну. И что я могу сказать? Это очень быстрый и очень стабильный гидрофойл. Особенно мне очень нравится рейндаун. Мы искали самый быстрый профиль, и, как нам кажется, мы его нашли. Профиль мачты, профиль крыльев. Фюзеляж имеет один кусок, то есть вы не сможете снять у него крылья. И за счет этого он имеет очень большую жесткость. Он крепится на четырех болтах мачты. Вы его соединяете и довольно, в принципе, легко вы можете его перевозить. Это несложно. Транспортировать его. Достаточно сумка, которая будет иметь 150 сантиметров длину и в ширину порядка. Гидрофойл имеет Deep Turtle Box. Вы можете посмотреть качество поближе. Еще раз повторю, это прототип. Серийный гидрофойл будет еще лучше. Хочу сказать, что, ребята, становитесь на фойл, даже если это будет не Z-фойл, какой-то другой, вы все равно будете получать удовольствие от этого спорта. Фойлинг – это самый быстрый парусный класс в парусном спорте. И неважно, что вы будете делать – фрирайд, гонки или даже прыгать на гидрофойле – это круто. И получайте удовольствие от катания на кайте.